Здравствуйте! Это программа «Культурный экспресс» – ваш гид в мире культуры, искусства и творчества. Меня зовут Алина Таганова, и каждую неделю я знакомлю вас с самыми крупными и актуальными событиями творческой сферы, а также с самыми яркими личностями искусства. Не переключайтесь, мы начинаем! Хэштег HR станет популярнее. Группа известных блогеров с общей аудиторией в 7,5 миллионов человек приехала в Карачаево-Черкесию, чтобы узнать самим, а потом рассказать и своим подписчикам о туристическом потенциале нашего региона. Министерство туризма, курортов и молодежной политики КЧР организовало блог-тур с участием команды из 6 блогеров из разных регионов России, в том числе и из Москвы и Санкт-Петербурга. Молодые люди посетили природные и культурные достопримечательности республики, в том числе популярные локации на курортах Домбай и Архыз, древнейшие храмы России, Тибердинский национальный парк и крупнейший российский астрономический центр наземных наблюдений за Вселенной. Отмечу, блок-тур направлен на развитие внутреннего туризма, повышение узнаваемости и доступности информации о национальном туристическом продукте, популяризацию природных, исторических и культурных объектов республики через блогерское сообщество. Оксимирон спустя 6 лет молчания вернулся с новым клипом. 10-минутный ролик с названием «Кто убил Марка» появился в сети накануне выхода альбома и уже сейчас собрал больше 3,5 миллионов просмотров. Для российских исполнителей это очень неплохой показатель. Новый альбом под названием «Красота и уродство» набрал почти 4 миллиона прослушиваний в социальной сети ВКонтакте, менее чем за сутки. Об этом свидетельствуют данные счетчика прослушиваний соцсети. В прокат вышел фильм автора «Бумера» Петра Буслова «Бумеранг». Создатель картины активно использует отсылки к своему хиту «Бумер» 2003 года. Новый фильм Буслова осмысляет жизнь братков из 90-х в современных реалиях. Согласно сюжету, неудачливый художник Петрович разочарован в жизни и совершает прыжок с крыши многоэтажки. Однако он выживает, упав сверху на новенькую БМВ, которую бизнесмен с криминальным прошлым Эдик хотел подарить жене. Теперь Петрович должен предпринять 10 миллионов рублей. Отрабатывать их ему приходится в качестве креативного директора фармацевтической компании, принадлежащей Эдику. В персонажах и диалогах заметны отсылки к самой известной работе Буслова, вышедшей почти 20 лет назад, криминальной драме «Бумер». Режиссер переосмысляет созданный мир, показывая, как типичные братки из 90-х выживают в новых реалиях. Роль Петровича исполнил актер из Кирова Тимофей Трибунцев. Бизнесмена Эдика же играет Дмитрий Нагиев. Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 2 декабря. Русский театр драмы и комедии представил зрителям премьеру спектакля «Великолепная семейка». Пьесу на сцене Госфилармонии осуществил ставропольский режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валентин Бирюков. Этот спектакль анонсировали дважды, только в первый раз премьера выпала на каникулярную неделю. Но и в этот раз в зрительный зал попали не все. Почему? Расскажем в сюжете. Ольга Ивашова посвятила сцене русского театра драмы и комедии уже 32 года. С Валентином Бирюковым работает давно, и за годы совместного творчества на их счету более десятка постановок. В «Великолепной семейке» актриса играет одну из главных ролей – тетку, которая заполняет пьесу своим юмором, целеустремленностью и своеобразными тараканами в голове. Перед каждым выходом на сцену Ольга волнуется, как в первый раз, поэтому овации зрителя для нее – особый показатель хорошо выполненной работы. Эта роль близка ко мне, потому что и возраст уже подходит, и режиссер был очень интересный. Легко нам работалось в этом спектакле. И хотелось как-то все-таки какую-то очень серьезную проблему показать ее не так, чтобы вот загружать зрителей, а так, чтобы легко это смотрелось. Директор русского театра драмы и комедии Хасан Биджеев делает в работе упор на духовное и творческое взращивание труппы и каждый раз приглашает разных режиссеров. Поэтому стоять на одном месте актерам не приходится. Вот и в этот раз режиссер показал высший уровень профессионализма и драматичности при создании «Великолепной семейки». Мы как-то подбираем себе драматурга, авторов, учитывая ментальность нашего республики и, в общем, всех, кто наших зрителей.
Но это не исключает возможность ставить нам и классику, и современные пьесы. Это не самая современная, может, в том смысле, что недавно написанная. Но она на все времена, она по жанру комедия. Хоть немножко трудный для всех время, пандемия и все прочие дела. В связи с постановлением правительства о посещении культурно-массовых мероприятий только при наличии QR-кода, часть зрителей не смогла попасть на премьеру из-за отсутствия необходимого документа. Ну а те, кто вовремя получил QR-код, вооружившись СИЗами, насладились в полной мере новым спектаклем. Из ближайших планов театра – новогодние постановки для маленьких зрителей. Они будут проходить в том числе и на главной площади в центре республиканской столицы. Ведь пандемия – это не повод лишать детей волшебства. А сегодня у нас в гостях народный артист Российской Федерации, директор Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики Хасан Якубович Биджеев. Здравствуйте, Хасан Якубович. Спасибо, что нашли время и заглянули к нам сегодня в студию. Спасибо вам. Здравствуйте. Совсем недавно прошла премьера «Великолепной семейки». Расскажите, пожалуйста, как все прошло. Ну, сейчас я начну хвалить, потому что это спектакль нашего театра. Но если серьезно, да, зритель принял хорошо, что касается меня. Ну, у меня есть какие-то свои уже, чисто профессиональные, возможно, придирки, а не без этого, потому что все-таки актер волнуется, и я уже как-то упоминал, даже зрителям сказал, что, видите, актеры тоже люди, они болеют. Коронавирус, один выбыл из игры, актер, пришлось вводить другого экстренно. Мы вообще должны были сыграть раньше, вот до той недели, каникулярно до объявления. За 2 дня уже были билеты проданы, все. Но нам сказали, вот, вы знаете, пока нельзя. И мы долго это время почти не работали. И вот когда стала такая возможность появилась, мы ввели актера. И вот сыграли спектакль. Ну, не знаю, у нас зритель очень благодарный. Ему нравится все. А так, не стыдно за спектакль. Они еще разыграются, и будет нормально. Угу. А расскажите, пожалуйста, вы подробнее про «Великолепную семейку». Почему в театре в последнее время делается упор именно на комедию? Комедия – это вообще чувство. Если понять, что такое человек, если есть чувство юмора человека, это уже есть хорошие мозги у него, светлые. То есть человек умный. А если хороший драматург написал хорошую комедию, есть не просто ухахатываться от чего-то, а от какой-то тонкой каких-то нюансов, которые там заложены. Они как-то откликаются, и зритель, может, и себя где-то узнает, и где-то какие-то другие подробности возникают. Это здорово, это позитивно. И я против конкретных, вот лишь бы заставить зрителя хохотать. Нет, ну, пусть улыбается, пусть как-то будет ему хорошо. Поэтому это во все времена так. В репертуаре должно быть вообще, многожанровый должен быть репертуар, и драма, и трагедия, и комедия, безусловно. Uh-huh. А тем более сейчас, когда немножко в миноре народ находится, ну ничего, надо будет, наверное, все-таки ставить комедию. Тем более автор очень, я прочел сначала, думаю, что же современно опять. Они сейчас очень, кому не лень, пишут, честно говоря, вы спросите за откровенность такую. Ну и пишут так, как могут, как, не знаю, как сегодня. Немножко вульгарное восприятие, сленги такие непонятные, какие-то, ну, чуть-чуть не совсем духовность какая-то в этом присутствует, да, с такой запашком какой-то текст, чтобы как-то заинтриговать молодежь. Ну, это приемы, которые, это однодневки. Они долго не... А этот парень хорошо написал, и текст хороший, и думаю, давай, надо поставить. И пригласил я нашего давнего друга, режиссера из Ставрополя. Он работает в Ставропольском академическом драматическом театре имени Лермонтова. Валентин Бирюков, он очень много у нас ставил за многие годы.
мало того, он даже звание наше имеет в нашей республике, так что мы тоже внимательно к ним относимся. И вот поставил. А эта практика, зрители знают наши. Вы знаете, в театре не всем режиссерам, хотя я сам являюсь режиссером, я их понимаю, в принципе, нельзя выходить на зрителя, с ними здороваться, с ними как-то беседовать, какой-то разговор вести, потому что нарушает вот какую-то театральную атмосферу, спектакль, ожидания и так далее. Но это, если есть какая-то действительно какая-то необходимость в этом, есть какой-то, должен сосредоточиться зритель, для того не отвлекаться и так далее. А вот учитывая нашу ментальность, да, вот все-таки мы на Кавказе живем, а зрители фактически это наши гости. Надо поздороваться с ними. Я вижу многих, я узнаю. Я выхожу и говорю: здравствуйте. Вот спасибо, что вы пришли, что есть вы такие у нас. Потому что без вас театра нет. Потому что, ну, если зрители, это просто репетиция, а не спектакль. Так что и там я стараюсь очень коротко сказать о своих наших планах на будущее, ну и так далее. То есть ознакомление еще раз, поприветствовать. И вы знаете, я заметил, зритель уже ждет, когда выйдет, кто-то скажет, чего-то скажет, им нравится. И уходя они в фойе, просто подходят, говорят: спасибо вам огромное, спасибо вам огромное. Это очень приятно. Угу. Так что, в общем, мы нормально сосуществуем со своими зрителями. А скажите, пожалуйста, привлекаете ли вы молодых режиссеров в театр? Ну, конечно. Вот года 3-4, на четвертый год пошел. Я вышел через своих друзей там в Москве на молодую девушку. Она свое 28-летие здесь у нас отметила. Вот такая была она юная, в принципе, если говорить о профессии режиссера. Тем более это считается мужской профессией режиссера. Анна Зуммер. Я хотел опять уже классическую комедию. Она всем известна и ставилась во все времена. Это Мольер, Тартюф, классика, Франция. Она согласилась, но она сказала: вы знаете, давайте я подумаю, а может быть, я как-то не в совсем бытовом ключе, я решу какой-то момент, если можно. Я говорю: да ради бога, давай фантазируй. Когда подменяют так называемую современный подход, классику, обувают там в кроссовке там, и в джинсах ходят. Даже когда я смотрел, я уже однажды уже об этом говорил, выдающийся, конечно, режиссер Любимов, который поставил Гамлета с Высоцким Владимира. И вот он в джинсах, он на босу ногу, голый торс, и вот он весь в цепях, быть или не быть. Это тогда было как-то, да, необычным, вот как-то вот так. Но я не знаю, я, не дай бог, я где Любимов, где я, если говорить о каких-то высоких профессиональных навыках и умениях. Но и тем не менее я имею право на свое собственное восприятие и суждение. И в этом смысле я против, когда начинают классика сегодня одевает нас в современные костюмы. Дело не в костюмах. Дело в том, что заложено в этой песне изначально, о чем говорится, о ханжестве, вот Мольер, Тартюф. Люди, они как дети. Их нельзя не шлепать, не кричать. Еще наш земляк Ахмат Баремкулов, он приезжает и ставит тоже спектакль при нем. Значит, в 6-м году еще, я так только мне доверили театр, сказали, надо что-то делать, поднять его на какой-то уровень. Это все-таки очень важно, когда русский театр в одном из дивных регионов Северного Кавказа должен быть на высоте. Надо что-то делать. Но мы начали с ним, соображали, поставили Вассу.
называется, это просто не Горько, вы знаете, она в школьной программе, я думаю, вы не застали, потому что вы сейчас все другое изучаете. И вот из 6 основных номинаций 4 забрали мы. Повод для гордости прям. Забрали. Замечательно. И в один голос, и все, весь член жюри все из Москвы. Ведущие, в среднем даже была, я потом смотрю, ну что-то знакомое. Она нам преподавала в ГИТИСе историю зарубежного театра Шалимова. Mm-hmm. Доктор наук, она профессор и завкафедра театроведческого факультета ГИТИСа. Потом я узнал, что это она, я так смотрел. Потом при обсуждении были, а я же вас помню, она тоже мне сказала. Короче, мои там работы были какие-то. Я к тому говорю, они в восхищении были. Они сказали, не было равных вообще. Откуда вы взялись? Что это такое? Ну, вот это был, конечно, фурор. Это был пик за все время моего тут руководства этим нашим русским театром. Ну, и были и другие какие-то значимые. Но я думаю, что они еще будут. Расскажите, пожалуйста, про прошедшие ваши проекты недавние, возможно, гастроли какие-то. Что было вообще? Гастроли? А вот, мы сделали подвиг какой-то. Я еще в сентябре со своими друзьями из Грозного, там есть актеры, режиссер, ну, в одно время мы учились в ГИТИСе, там мы познакомились, угу. Сейчас они там известные люди. Я попросил их, чтобы мы вышли на гастроли, чтобы мы в театр поехали. Но они говорят, ну вот видишь, что творится, не знаем, что будет, как это, та-та-та. Они сказали нет. Сказали, хорошо, будет, вот пусть висит эта штука. То есть мы ее взяли к себе, ну, через Министерство культуры. А что там будет, посмотрим. А что было? Сказали, вот этот с 1 по 7 ноября, да, было? Неделя, да, каникулярная? Неделя, да, каникулярная. Они мне сказали, приезжай 8-го. Ну, приехал и 8-го. Пока мы приехали, 8-го утром уже издали приказ о том, что не показывать. Угу. То есть... Как раз-таки оборвался карантин. Там премьера. Ну, что мне было делать? Ну, пришлось поговорить. Они сказали, давайте так. Первый раз вообще за все время мы вас принимаем. Короче говоря, на таких каких-то чисто человеческих, горских каких-то поступков, они сказали, давайте, мы закроем глаза, давайте, проводите. А я повез тогда 2 спектакля детских для самых маленьких в садиках и для более старшего возраста, там, допустим, 7-14 лет, 2 сказки повезли, отработали, приехали. Так что спасибо им огромное, потому что они сдержали свое слово. Сейчас вот небольшое послабление вроде бы как идет, вот вообще и по России, и у нас вроде бы как, но будем надеяться, что хотя бы новогодние какие-то, мы сейчас готовим сказку новогоднюю, может как-то частями или что-то, найдем возможность все-таки показать, не будем лишать детей новогоднего праздника. Так что мы об этом тоже думаем, уже почти готов спектакль. Расскажите, пожалуйста, что для вас важно в театре как руководителю? Для меня очень важно, и пока еще, по-моему, атмосфера, климат творческий. Очень неудобно и плохо, особенно творческие люди, они немного вздорные, обидчивые, вспыльчивые. Есть момент соревновательный, особенно женская половина. Если двух актрис назначат на одну роль, кто раньше сыграет и так далее. Это не просто как детишки там в садике, да, отдай мою куклу. Нет, это на боли. И вот там начинается какая-то возня, какие-то слухи, такие несерьезная атмосфера какая-то. Нет. Вот чего я, если чего-то я добился в этом коллективе, об этом говорят все приезжие режиссеры, которые ставят, приезжают, они говорят, мы здесь отдыхаем. Они готовы работать. Нет, вот если кто-то там роль не... Хотя там
это самое, не участвовать или что-то отлынивать, такое. Да, да. Да, отлынивать, ходить. Нет, вот давайте работу. Вот, это я очень благодарен коллективу творческому именно, ну, в основном это актерский состав. Вот сейчас, когда стал вопрос о том, чтобы вакцинироваться, ну, там пару-тройка человек, ну, были люди, которым нельзя там по медицинским показаниям. А так сначала как-то был какой-то, как и везде, и всех. А потом пошли и все сделали. Вот все равно, это такая профессия у нас. Поодиночке мы не работаем. Угу. Везде все коллектив. Да. Кто-то заболел, пришел, и пока общается, пока репетиция, такие мизансцены иногда близко, лицом к лицу, и все это передается. Это поняли. И сейчас у меня, вот то, что говорят, 80%, мы уже процентовку это выполнили. Так что мы не очень боимся. Да, мы ходим в масочный режим и так далее, и так далее. Вот. А, кстати говоря, очень обидно, вот премьера была, и мне сказали, очень много людей подошли к кассе, чтобы приобрести и посмотреть премьеру, а их не пустили. Потому что QR-коды у них нет, к сожалению. То есть QR-код все-таки да, нужен для посещения театра вот в любом сейчас, случае. Ну, что делать? Ну, вот такие требования. Да. С одной стороны, вроде бы как вот говорить, вот, ну вы же видите по телевизору или где-то еще, тем более там в Инстаграме, там всякие варианты и всякие люди говорят, что это надо, не надо, но в любом случае, а есть альтернатива разве? Нет. Нет же, нет же. Если на сегодня это единственное, ну почему бы нет? И потом я хочу сказать огромное спасибо руководителю филармонии. Там вот прямо 1 числа должны были начинать ремонт, кстати говоря. Это тоже одно из хороших новостей, потому что все-таки есть, работают люди, и министерство, и правительство, чтобы обновить, хотя бы пока нет театра, здание филармонии. Директор Рамазан Хамидович Бароков, он сказал, ладно. Дал добро. Дал добро на 2 дня. Но он понимает, что это не просто игрушка, а все-таки премьера. Это тем более еще неизвестно, когда теперь будет премьера. Угу. Готовый спектакль. Люди давно уже не смотрели. Так что это я нужно, благодарен филармонии руководителю. А расскажите, пожалуйста, сколько вы сыграли спектаклей, будучи актером? Актером? О, я не считал. Сколько? Ну, 15 лет работал актером. Угу. Но единственное, что могу сказать, играл всегда главные роли. Вот. А потом, и потом, наверное, в 45 я получил заслуженного артиста Российской Федерации. Вот. И были разные режиссеры. Потом пришел какой-то. Я в Карачаевском театре работал. Мы, значит, Тахчуков Борис Усевич, вот буквально недавно вышел из жизни, светлая ему память. Он все организовал, сегодняшнее все, отправил, долго ходил по этой тропинке, то, что называют у нас Белым домом, тогда Бобком, для того, чтобы открыли или вот эти студии, чтобы открыть карачаевские, черкесские театры. И так вот он добился этого, и мы нас отправили в Тбилиси. Это один из лучших театральных школ актерских тогда при СССР. Мы там отучились, приехали. Карачаевская, черкесская студия. И вот тогда началось вот уже отдельно труппы. Влились в русский театр, получилось 3 труппы. Но один театр. Возглавлял тогда, мы приехали, его тоже поставили директором, был Клычев. Харек Муридович такой яркий какой-то, такой сумасшедший человек, в хорошем смысле этого слова. Он 30 лет руководил театром, пока здоровье у него там немножко подвело, он вынужден был выйти в отставку. Вот, и мы под его началом мы работали. А потом пришло время, когда пошла республика, потом пошли районы, и этот.
И тогда уже самостоятельные театры национальные, Карачаевский театр, Черкесский. Потом уже появился Абазинский, Ногайский театр, это самый молодой Ногайский. Но в любом случае, независимо от того, позже или раньше, но они вообще национальные театры как-то независимо от того, что от малочисленности и нормально, хорошие спектакли. Я иногда смотрю и мне нравится. Угу. Подскажите, пожалуйста, вы являетесь поклонником вот таких вот спектаклей с кучей декораций, прямо вот с продуманным всем сюжетом, или же все-таки вы больше сторонник минимализма? Я не против форм. Если это, вот сейчас очень модно, то, что модно, популярно. Это привычно. Если даже брать просто товар какой-нибудь, рубашка, не знаю, что-то еще, игрушки. В таких коробках, таких прекрасных, открываешь, ничего нет. Вот чтобы вот этого не было. Вот пиар, вот что-то такое, главное содержание, а не то, в какой форме ты ее подаешь. Так что я не против каких-то. Но когда уж слишком перенасыщают декорациями делать, мне говорит режиссер, а как это мои краски, актерские способности, талант. И как я из этого? Потому что я все равно, мы же не сумасшедшие, не полностью отключаемся. Все равно мы видим, как кто-то вытирает слезу, когда я говорю монолог. То есть ты заметный, да? И тогда я его беру и добиваю. Тогда я получаю в конце браво или аплодисменты. Это счастье. Спасибо большое вам за очень интересную, увлекательную беседу. Я желаю вам дальнейших фееричных премьер и продолжения гастрольной вашей базы. Спасибо огромное. Я тоже вам желаю творческого какого-то совершенства и удачи. Спасибо огромное. Все. Спасибо. До скорого. 24. Спасибо большое. А теперь к предстоящим событиям. Педагог, певица, художник и астролог. Вот такой разносторонний и талантливый человек будет представлять Карачаево-Черкесию на всероссийском вокальном телеконкурсе «Новая звезда». Зовут ее Зарема Червонная. Она из Кошхабля и планирует очаровать строгое жюри не только широким диапазоном голоса, но и ярким запоминающимся номером. Глубокий голос Заремы впечатлил организаторов конкурса «Новая звезда», которые из длинного списка претендентов выбрали именно ее. Теперь она официально будет представлять родную Карачаево-Черкесию на этом всероссийском конкурсе. Сейчас Зарема усиленно готовится к выступлению, запись которого начнется уже совсем скоро. По условиям шоу она не может говорить, с какой песней там выступит, но обещает, что это будет яркая и запоминающаяся композиция. А еще девушка очень надеется на поддержку своих земляков, которая для нее очень важна. Стрим-сервис Netflix опубликовал новый отрывок из второго сезона «Ведьмака». В ролике «Ведьмаки Геральт и Весемир» обсуждают право неожиданности и таинственную опасность, которая грозит девушке Цири. Во втором сезоне будет раскрыто предназначение, которое связывает Геральта и Цири, и почему за ней идет охота. Главные роли в сериале вновь сыграют те же актеры. Netflix представит все серии второго сезона «Ведьмака» 17 декабря. С вами была программа «Культурный экспресс», и я надеюсь, что вам было интересно. В результате сегодняшней беседы мы выяснили, что театр получает так, как этого не сделает даже толстые книги. Он как фонарь подсвечивает наши жизни. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. До скорого!